Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Turmoil. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборку, обязательно оставляйте лайк и комментарий под этим роликом. И у вас будут, конечно же, все шансы на то, чтобы попасть в следующий. Итак, давайте же начнем, давайте посмотрим, что мы можем здесь купить интересненько. Вау! За 7500 цена будет выше... Так, получается, не ниже, 1.01, да? Слушайте, берем 100%. Тут вообще без вариантов, сразу же покупаем. Это очень хорошая цена, она мне, конечно же, нравится. Здесь фабрика. Так, скорость. Хочу ли я скорость, ребят? Ну, честно, так себе, не особо хочу. Поэтому давайте мы, наверное, пойдем сейчас в мэрию. Посмотрим сначала фондовый аукцион. Давайте посмотрим. Ой, 2% акций. Что это? Почему так мало? Почему? Что это вообще такое? За 5000. За 5000 готов взять, не больше. Не больше 5000 я готов заплатить за 2% акций. И что нам дает это? Ну-ка, 20 10. И... за девятку. Ну, вообще без проблем, забираю за девятку. Я думаю, что нафиг она мне за такую цену не нужна. Так, значит, земельный аукцион. Посмотрим, что теперь у нас тут есть. Смотрите, мне, если честно, очень нравится вот это вот. О-о-о, ребят, смотрите, тут 80 было. Слушайте, я готов побороться за вот... А, все началось. Понятно. Понятно, ребят. Ну, давайте попробуем перебить. Скорее всего, здесь сейчас будет огромная битва за вот... Да, смотрите, здесь уже не вариант. Это бессмысленно будет именно сюда заходить. Давайте попробуем сюда. Здесь хоть что-то. Видите, они огромные деньги за это платят. И, возможно, даже это будет того стоить. Но 12 тысяч долларов за это платить... Ну, не знаю, ребят. Честно сказать, просто не хотелось бы. Ладно, поехали. 2000 долларов мы платим за издержки. И погнали! Так, 1.01 у нас здесь будет всегда. Поэтому мы будем копать где-то вот рядом со правой компанией. И я просто надеюсь на то, что у нас с вами здесь... что-нибудь вы... О, опять. Просто идеально. Ребят, нам уже вторую серию просто колоссально везет. Сразу же мы находим то, что нам нужно. Это очень, конечно же, хорошо. Так, скорость бурения мне сейчас особо не нужна. Единственное, что... Ну, давайте сразу лошадку возьмем. Даже, наверное, две. И здесь, наверное, тоже отсканируем немножечко. Потому что мне, скорее всего, здесь тоже что-нибудь пригодится. Оп, вот так вот. Вот так вот. Все просто именно так, как мне нужно. Все, сейчас давайте тогда ускорим немного времени. Нефти немножко добудем. Отлично, отлично, добывается, добывается. И сюда отправляем, идеально. Так, здесь мы сейчас продадим. Мне здесь нужно будет соединить вот эти вот нефтяные... не знаю даже, как назвать. Месторождение, наверное, правильно, лучше так сказать. Два нефтяных месторождения мы уже соединили. Сейчас здесь уже будет все намного быстрее скапливаться. Поэтому надо будет сейчас будет купить и еще лошадок. Это по-любому. И вот так вот мы здесь тоже соединим. Ну все, в принципе, я думаю, что пошло-поехало. Сейчас мы будем, ребят, просто закачивать огромное количество нефти. И это, конечно, только нам... плюс идет. Нужно еще 750 долларов на улучшение повозок. Это тоже очень-очень важно сделать в ближайшее время. Так, о, кстати, смотрите, по какой цене мы продаем. $1.36. Обалдеть, это очень хорошая цена. Правда, она недолго держалась, но все равно очень даже здорово. Так, хорошо, давайте продолжим. Слушайте, а мне почему-то кажется, что где-нибудь вот здесь тоже должно что-то быть. Почему-то у меня есть такое смутное-смутное ощущение. Так... Мое ощущение меня подвело. Мое ощущение меня подвело, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Пока, по крайней мере, вот это мы вкачаем. И, по сути, мне еще 300 долларов нужно на то, чтобы вкачать вот здесь вот. Это 100% тоже пригодится. Так, ну давай, 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 да, быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста, ну я хочу уже 299 долларов. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Да, все, отлично. И теперь осталось только ускорить время, потому что сейчас здесь нефть пойдет просто ручьем, просто, можно сказать, фонтаном будет бить. Поэтому ждем, ждем. Все, поехало. Смотрите, даже наши огромные повозки заполняются достаточно быстро, и достаточно быстро мы продаем все. Поэтому прямо сейчас я думаю, что можно уже сканировать вот эту вот часть, например. Да, здесь у нас все хорошо с той стороны. Я в шоке. Я в шоке, ребят. Мне больше нечего сказать. Я реально в шоке, и это очень хорошо. Просто изумительно, потому что сейчас, ребят, мы с вами будем просто нефтяными магнатами. Вторая серия очень-очень-очень-очень хорошая. Я уже даже не знаю, что сказать, потому что я не ожидал такого, что у нас будет прям две серии подряд реально все настолько хорошо идти. Сразу же покупаем, конечно же, вот это улучшение, потому что здесь нужно выкачивать достаточно быстро, чтобы не потерять время. Давайте здесь тоже просканируем, посмотрим, что-нибудь, может быть, здесь найдем.
Так, здесь ничего нету, но ничего страшного. Я, в принципе, уже доволен, поэтому я готов уже как бы и не особо расстраиваться, даже если ничего не будет находиться. Меня вполне все устраивает, реально. Вот скажу вам честно, все устраивает. Можно, в принципе, это еще прокачать, чтобы у нас здесь пропускная способность еще больше была. Наверное, я так и сделаю, потому что понадобится. По сути, может быть, я сейчас думаю на тему того, что сделать еще одну вышку. Для того, чтобы... Да, по-любому понадобится. Давайте сделаем еще одну вот сюда. Да подождите, а зачем вы сюда поехали-то? Алло, давайте быстрее туда. И надо еще парочку лошадок, потому что мало ли что. Всякое может быть, опять же. Давайте буровую сюда и сделаем еще вот так. Все, отлично. Можно было бы, конечно, соединить эту с этой, но я не вижу в этом особого смысла. Давайте здесь мы тоже все это улучшим. Здесь я уже улучшать не буду, потому что она и так пройдет. Мне кажется, что и так хорошо будет. Так, а здесь вот я бы, пожалуй, еще немножечко просканировал, потому что здесь есть шансы еще что-нибудь найти. Вот это газовое маленькое месторождение я даже не хочу трогать, если честно. Оно очень маленькое, слишком маленькое для того, чтобы меня как-то устроить. Поэтому пускай будет. Может быть, я соединю только для того, чтобы ускорить добычу нефти. Но это не сейчас, это может быть попозже. Посмотрим. Так, здесь у нас с вами... А, вот, смотрите. Вообще замечательно, что я сюда посмотрел. Просто прекрасно, давайте сюда тоже проведем. У нас здесь вообще супер вышка получается. Мы здесь столько всего, столько нефти у нас идет именно на эту вышку, что просто изумительно. Так, $27, ребят, это, конечно, рискованно. И я сейчас еще лошадок поставлю сюда, потому что... но за $34 это слишком выгодно для того, чтобы упускать этот момент. Так, еще лошадку сюда. Давайте не будем... Вообще ни один разлив не должен произойти. Ни один разлив, потому что иначе будет жесть. Пожалуйста, быстрее. Все, вроде нормально. По $45 продаем. По $45! Обалдеть, ребят! Вот такая сделка мне нравится. $47, по $1.50 уже. Жесть. Очень приятно, очень хорошо. И, конечно, это очень даже выгодно. Так, здесь у нас вроде все хорошо. Разливы пока не предполагаются. Пока у нас все замечательно. Если что, еще одну лошадку я, конечно же, куплю. Но пока мне вроде бы ничего из этого не нужно. Так, кстати, смотрите. А, это просто газ. Я думал, что нашел маленькое месторождение нефти, но это просто газ, который мне, в принципе, сейчас не нужен. Слушайте, ну я думаю, что можно еще парочку кротов запустить, чтобы они немножко покопали там-сям, где-нибудь здесь и где-нибудь здесь. Если что-нибудь найдется, то хорошо. Если ничего не найдется, то и неважно, в общем-то. Так, $16, $15. Я думаю, что потихонечку можно уже сюда переводить сейчас. Да, давайте переводим сюда. Потому что, в принципе, здесь меньше доллара в любом случае не будет. А здесь все-таки уже меньше. Поэтому десяточку мы уже сделали, ребят. Десяточку мы уже сделали, поэтому я уже доволен. Ну, чем больше, тем лучше, конечно же. Чем больше, тем лучше. Так, здесь есть ли что-нибудь? Мне кажется, что, скорее всего... Хотя, ну-ка, кажется, крот сделал свое дело, дорогие друзья. Крот свое дело сделал. Так, тогда давайте, наверное, вот это вот улучшим. И я куплю еще пару повозок. Сразу мы сюда их направим, если что. Потому что здесь мне... Так, может быть, тут даже улучшить скорость бурения. Потому что что-то долго как-то бурится. И это я тоже улучшу. Все, замечательно. Эта шахта у нас тоже уже проработана. Она будет работать именно так, как мне нужно. Я еще последнее хочу сканирование сделать. Вот здесь вот. Давайте посмотрим. Все, здесь ничего. Скорее всего, мы выработаем здесь всю нефть, ребят, всю нефть. Поэтому я даже здесь ускорю. Здесь тоже можно было бы ускорить, но осталось совсем чуть-чуть, поэтому не вижу в этом особого смысла. Просто поэтому ускоряем время. Смотрите, кстати, очень неплохо получается. У нас уже $17 000. И, ну, на мой взгляд, здесь мы с вами разобрались идеально. То есть у нас времени до конца года еще есть. Нефть мы уже... Так, главное, чтобы разлива не было. Вот это очень опасный момент, не хотелось бы, чтобы был разлив. $20, $30, все, отправляем всех сюда. Здесь намного выгоднее. Теперь по $39 продавать это намного лучше, намного приятнее, конечно же. И уже $31 000. Ребят, ну я думаю, что у нас с ракете мы где-нибудь выйдем. С ракет-то должен быть. Ну, 35? Нет. 34, ладно. Зато можем остановить уровень для того, чтобы получить побольше денег. Да, все выкопали идеально, только газ не выкопали, но он нам и не нужен был. $36 000. Ну посмотрим, что они заработали. Она заплатила $12 000 за этот участок и заработала 15. А эти вообще какие-то, блин. Ладно, ребята, я думаю, что этим беднягам уже ничего не сделаешь. Гонка за обладание большинством акций становится захватывающей. Помните, что первый человек с 50% акций станет новым мэром? А почему у меня... Я, кажется, этого не слышал, ребят. Конечно же, я хочу быть новым. Так, ладно, в первую очередь давайте зайдем в салон. Здесь у нас 1.04, а здесь 0.89.
покупаем за 1.04, конечно. Мне же денег для этого не жалко, потому что это очень сильно отбивается, очень сильно. Потому что нам это, конечно же, очень-очень-очень-очень пригодится. Так, давайте фондовый аукцион посмотрим, что у нас здесь 5% акций. За это я готов заплатить $12,000. Так много, потому что, ребят, я реально хочу стать мэром. Я не знал про то, что можно так сделать, оказывается. Поэтому 12 000 баксов я готов заплатить 100%. Так, 15 000 заплатил. Ребят, ну у него уже 12%, и за 5% акций у него уже 17%. То есть это уже становится опасно, если честно, и надо будет в следующий раз, наверное, покупать дороже. Надо будет, наверное, покупать дороже. Так, что у нас здесь есть из выгоды? Какую выгоду мы можем здесь сделать? 41-43, здесь 34-37, я думаю, что вот здесь я хочу. Вот этот участок. Почему они всегда занимают те участки, которые я хотел бы? Ладно, я тогда этот возьму себе, почему бы и нет. Эти пускай тут дерутся за свои участки, смотрите, что делают, вообще жесть. Да, давайте, давайте, тратите на это деньги. Я себе свой маленький участочек отгроху, где, по идее, должно быть все очень даже выгодно. Так, возвращаемся на улицу и поехали копать. Надеюсь, что все будет у нас сегодня тоже так же хорошо, как и обычно. Все, первое же сканирование, и я надеюсь увидеть что-то приятненькое у себя здесь на участке. Да, и снова что-то приятное. Конечно, очень-очень маленький участок такой нефти, совсем-совсем скромненький. Но для начала, почему бы и нет? Я согласен на такой. А теперь здесь просканируем тоже. Аккуратненько, аккуратненько. Сканируем, сканируем, сканируем. И нашли участок побольше. В принципе, ну... Да, кстати, хватает. Можно даже так сделать, в принципе. Все, отправляем сюда сразу же. Давайте ускорим немного, потому что... Да, можно еще одну лошадку поставить. Ускорим немного, потому что мне хочется, чтобы все это двигалось сейчас, раскочегарилось побыстрее. Так, доллар падает, сюда отправляем. По доллару 0.4 пока будем продавать, потому что мне нужно раскачаться. Мне нужно, чтобы мои лошадки приносили мне побольше денег, чтобы я мог еще несколько сканирований сделать. И, например, еще одно сканирование я сделаю вот прямо вот где-нибудь вот здесь. Вот почему бы и нет, давайте. Кстати, не знаю, зачем я здесь начал сканировать. Оказывается, что здесь у меня был договор с этой компанией. Ну ладно, ладно, ничего не поделаешь. Хорошо, тогда здесь... Смотрите, да, цена упала до 0.1. 0.09. Все, 0.1 выправляется. Я уже офигел, думал, какой-то кризис мировой настал. Так, давайте поставим здесь шахту, сюда проведем. И сюда проведем. Я надеюсь, что здесь не газ. Вот это будет вообще неприятно, если здесь окажется газ. Так, поехали. Все. Ух, блин, это было реально что-то стремновато. Я думал, что там реально газ. Все, отлично, здесь вроде бы с этим разобрались. И мне нужно теперь вкачать вот эту штуковину, улучшить повозки. Давайте сейчас вкачаем 750, готово. Повозки улучшены, и теперь мне, в принципе, единственное, что остается, это потихоньку выкачивать нефть, которая здесь есть. Я вижу, там еще что-то есть. Давайте сделаем сканер. Потому что, ну, по-любому, здесь нефти еще достаточно. Я думаю, что участок не такой уж плохой. Как же я люблю это, как же я люблю находить свежую горячую нефть. Вот то, что мне нравится. Кстати говоря, мне здесь случайно не понадобится делать апгрейд на вот эту вот штуковину. Пока не знаю, ну ладно. Давайте это вкачаем, потому что сейчас мне понадобится больше лошадей, больше всего. Потому что здесь сейчас начнется жара. Жара-жаришка, как говорится, ребят, потому что я думаю, что у нас лошадей будет еле-еле хватать, чтобы выкачать ту нефть, которая... Точнее, отвезти ту нефть, которую мы будем выкачивать. Так, доллар 0.4, это нормальная цена, в принципе, я думаю, что нас это вполне устроит пока что. Нефть у нас накапливается очень быстро сейчас, это тоже очень хорошо. Остается только дождаться, когда же наконец... А, вот, еще можно ускорить дополнительно повозочки. Думаю, что можно даже вот это сейчас нажать. Ребят, у нас тут очень большое количество нефти, поэтому на самом деле нужно вкачиваться побыстрее. И побыстрее несколько лошадок еще купить, потому что они, конечно, нам тоже пригодятся. Так как здесь вот мы вот так поставим. Ничего не нашлось, окей, ну не страшно. Посмотрим здесь. Здесь, скорее всего, тоже вряд ли что-то будет, только газ. Ну, газ можно, в принципе, продать сюда вот так вот. Вот так вот сделать, достигнуть лимит. Здесь сюда можно поставить, допустим, потом сюда. Но я так не знаю, нужен ли мне газ этот. Да, он повысит цену на нефть, но ненадолго. И не вижу в этом смысла особого, честно скажу, вот реально не вижу. Так, единственное, что я вижу смысл, это вот здесь вот прокачаться. И даже, может быть, вот здесь вот прокачаться. И здесь, на самом деле, давайте тоже прокачаемся, потому что сейчас это нам очень сильно пригодится. Потому что там огромные залежи нефти, и нужно как можно быстрее их выкачать. Чтобы, конечно же, закончить уровень до начала, точнее, до его конца календарного. И нам за это добавят денежек, что очень даже приятненько. Так, сюда кладем дополнительный...
прокладываем дополнительный маршрут. И все, теперь можно просто ускоряться и ждать, когда... Ой-ой-ой, надо только прежде, чем мы ускоримся, еще пару лошадок купить, пожалуй. На всякий случай, реально. А, так, здесь мы вроде бы пока раскатываем все хорошо, все идет неплохо. И остается нам только дождаться... Да даже не знаю, чего дождаться, ребят. В принципе, у нас здесь реально все идет просто идеально. Я думаю, что может быть даже поставить сюда еще одну вышку, для того, чтобы все еще быстрее было. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея. Так, здесь у нас все на максимум вроде бы. Ну да, видите, она реально не справляется. Здесь нефть, это просто сплошным потоком. Просто сплошным потоком. Давайте поставим еще одну. С нас, в принципе, не убудет. Это не так уж дорого. Так, а я нормально? А, да, да. Я, кстати, красиво соединился. Сейчас вообще будет все хорошо идти. Сразу прокачаем еще разок сюда. Да, еще разок. И все, поехали. По доллару 0,4 мы продаем. Не так уж дорого, по сути. Но, ребят, зато в таком количестве... Ну, я думаю, что 30-ку мы сделаем. Скорее всего, 30-ка будет. Давайте здесь тоже еще раз улучшим. И поехали. Поехали дальше. Можно несколько кротов запустить пока что. Пока мы ищем. Сюда, сюда, сюда. Сюда и сюда, и вот еще одного сюда. Вот так вот. Мне кажется, что если он что-то найдет, то это хорошо будет. Если не найдет, ну, в принципе, не так уж жалко, потому что... Кстати говоря, смотрите, что-то там есть. Но, скорее всего, это газ, правда? Но, ну-ка. Угу, а кое-кто от меня тут спрятался. Ну, нет уж, никто от меня не спрячется, дорогие друзья, конечно же. Давайте проложим сюда тоже небольшой маршрут. О, еще что-то нашел. Ну-ка, давайте посмотрим, а здесь что? Да, совсем чуть-чуть нефти. Но я, правда, не знаю, здесь сколько это будет стоить. Давайте посмотрим. $400. Здесь есть вообще нефть это на $400? Ну, блин, а еще плюс 750. Ладно, не буду я это копать. Хотя за это дадут бонус. Ладно, выкопаю. За это дадут бонус за то, что мы прокопали абсолютно все. Поэтому давайте здесь все-таки тоже это сделаем. Здесь ничего нет. Здесь только камни. И здесь тоже на всякий случай посмотрим. Ну, скорее всего, здесь тоже ничего. Да, ладно, все, тогда меня все устраивает, больше я копать здесь не буду. Остается только, кстати, почему у меня курсор такой, он всегда такой был, что-то я забыл. Здесь нажмем сюда, здесь нажмем, здесь у нас все хорошо. И у нас с вами 25 тысяч, да, достаточно неплохо. Кстати говоря, здесь за доллар 13 пока что можно продавать. Давайте мы здесь ускорим туда. Так, и здесь мне нужна срочно лошадочка, чтобы разлива у нас лишнего не было. Все, идеально. По доллар 19 продаем. О, так, стоп. Обратно едем, обратно. У нас просто такие кочевые лошадки, которые туда-сюда возят, туда-сюда. Так, здесь все идеально, здесь все хорошо. 30-ка у нас уже есть. Меня это уже, конечно же, очень даже радует. И все, мы уже последние остатки, можно сказать, сливки, можно сказать, нефти собираем. Я даже, наверное, все-таки еще один сканер сделаю. Не удержусь. Реально вот хочу просто посмотреть, проверить. Газ, 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 газ. Ребят, ну в принципе, ну можно потратить немного денег для того, чтобы улучшить стоимость. Можно, конечно, сделать вот так вот. Конечно, я не уверен, что это того стоит. Реально не уверен. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, что с этим будет связано. Так, здесь закрываем буровую, здесь тоже закрываем буровую. И поехали. Поехали, вот эти, вот эту вот нефть, которую мы сейчас качаем, мы должны будем... Все, видите, цена поехала, доллар 85, доллар 90. Но она так быстро падает, это просто жесть. Не, в этом, наверное, не имело никакого смысла, но, по крайней мере, я затестил, я попробовал, почему бы и нет. По крайней мере, будем теперь знать, что смысла в этом, конечно, особого нет. Так, здесь мы ускорили, давайте здесь тоже ускорим, потому что у нас времени уже совсем мало. Уже ноябрь, последний месяц пошел. Сейчас нужно быстрее докачать вот эту скважину, как можно быстрее. Потому что, блин, я уже начинаю волноваться, что мы можем и не успеть. 16 декабря. Так, давайте сюда повезем пока по доллару 15. Так, быстрее. Быстрее, мне бонус надо получить. Быстрее, там еще и алмаз был. Бонус за добычу всей нефти, все, фух. И за добычу всего газа еще получили дополнительный бонус. Ладно, тогда не жалко, тогда реально все хорошо, я доволен. В принципе, я доволен. 36 тысяч долларов, ну что, давайте перед тем, как завершить сегодняшнюю серию, сходим на фондовый аукцион и... Сколько там? 5% акций. Давайте, 20 тысяч отдам. 20 тысяч за 5% акций, пофигу. 100 тысяч, 90, 80, 70, 60, 50, главное, чтобы не перекупили. 40, 30... 20, 23, ладно, пофиг, за 23 покупаю, уже не хочу ждать. 23% акций у меня уже есть, и хорошо, меня это устраивает. Ну что, друзья, спасибо большое, что досмотрели до самого конца. Если вам ролик понравился, обязательно оставляйте свой комментарий, оставляйте свой царский лайк, подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании. С вами же был Чинаски, я всех люблю и до скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.